Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня в обзоре гели от Космопрофи из линейки Fast. У меня три баночки: Fast White, Fast Pink Layer и Fast Cover. Fast Cover — неимоверно красивый камуфляж. На сайте Космопрофи есть еще другие оттенки камуфлирующих гелей Fast. Ссылку оставлю в описании под видео. Я выбрала именно этот оттенок. Камуфлирующие гели из новой серии Fast отличаются улучшенными свойствами полимеризации даже в относительно толстый слой. Этот гель, да и все гели Космопрофи, содержащие плотный пигмент, относятся ко второй фазе моделирования, то есть нужно применение базового и финишного покрытия. Гели Космопрофи не содержат кислот и компонентов, вызывающих аллергические реакции. Поверьте, я аллергетик, и после Космопрофи у меня нет аллергии. Кто-то мне писал, что тоже аллергетик, и надежда была на эти гели, но после покрытия все равно проявилась аллергия. Скорее всего, она проявилась не на гели, а на другие материалы. Или обезжириватель, или гель-лак, если он затек на кожу, а возможно аллергия и на ультрафиолетовые лучи от лампы, так что нужно проверять все моменты. Fast White — кипельно-белый цвет, также отлично и быстро сохнет. Кстати, у меня Sun 3 48-ваттные гели сохнут на ура. Абсолютно белый цвет просто идеален для френча. Гель густой, что позволяет выложить линию улыбки. Fast Pink Layer — прозрачно-розовый однофазный гель средней степени вязкости, подходит для всех стадий моделирования. То есть его можно использовать в качестве базового покрытия, так как он хорошо впитывается в натуральный ноготь, предотвращая отслойки. А мягкий опил и эластичность позволяют эффективно выстраивать архитектуру ногтя и поджимать гель. Посмотрите, он как карамель по консистенции, очень красивый. Вся эта чудесная троица прям напрашивается на выкладной френч. Его и буду делать. Ноготки протираю салфеткой в обезжиривателе. Наношу бескислотный праймер. Это очень важный этап, так как праймер работает как двухсторонний скотч между нашим натуральным ноготком и искусственным материалом. Я всегда использую бескислотный праймер. Кислотный праймер использую только при проблемных ноготках. В качестве базы использую Classic Basis. Наношу тонким слоем втирающими движениями. По сути, вместо Classic Basis также можно наносить и Fast Pink Layer, так как он является однофазным. Но мне почему-то привычнее использовать Classic Basis. Не знаю, прям вот рука сама тянется к этому гелю. Но повторюсь, Fast Pink Layer, тот, который прозрачно-розовый, также можно использовать в качестве базового покрытия. Вырезаю под ногтевое ложе форму. Подставляю, хорошо прижимаю. И вот очередь Fast Pink Layer. Им делаю подложку и длину будущего ноготка. Выкладываю желаемую длину, внимательно прохожу по боковым линиям, особенно там, где мой ноготок заканчивается, а продолжает длину искусственный. Тонким слоем наношу на весь ноготок. Снимаю форму. Если гель немного не так лег, то выравниваю свободный край пилкой. Основа готова. Все очень тоненько и ненадежно. Очередь камуфлирующего геля. Наношу небольшую капельку. Моделирую ногтевое ложе до линии улыбки. В основном моделирую в два этапа. Первым слоем наношу камуфлирующий гель на всю поверхность ногтевого ложа. Определяю линию улыбки. Вторую капельку ставлю ниже линии кутикулы и стягиваю материал к линии улыбки, тем самым поднимаю язычок. На ноготке безымянного пальца будет дизайн. Камуфлирующий гель наношу на весь ноготь. Снимаю липкий слой. Пилочкой выравниваю линию улыбки. Немного
немного сглаживаю сверху край язычка. Теперь очередь Fast White. Заполняю свободный край. На первом слое получается ступенька. Вторым слоем провожу кистью с материалом вдоль линии улыбки и стягиваю материал к свободному краю. Теперь остается финальный опил. Все обычно, выравниваю свободный край, свожу к минимуму материал по бокам и около кутикулы. Выравниваю поверхность ноготка. Гель-краска Extreme White от Cosmoprofi. Она без липкого слоя, ее можно топом не перекрывать, то есть она подходит для финальных прорисовок. Но я хочу покрыть матовым топом дизайн, поэтому рисую дизайн гель-краской до покрытия топом. Рисую простенькие цветочки. Рисую рамку. Заполняю свободное место тонкими линиями. Перекрываю все ноготки матовым топом. Этой же белой гель-краской Extreme White прорисовываю цветы. Прорисовка останется глянцевой. На Fast Pink Layer сажу стразы и бульонки. Топ без липкого слоя, заполняю им лунку, тем самым закрепляю стразы, прохожу вокруг страз с другой стороны, небольшие капельки топа ставлю на бульонки. Вот
такой дизайн получился, нежный, красивый. Если он вам понравился, ставьте лайк этому видео. Ссылочку на интернет-магазин Космопрофи оставлю в описании под видео. Проходите, смотрите. Гели наилучшего качества, работать с ними одно удовольствие. Кстати, сайт Космопрофи ищет представителей по городам России и странам СНГ. Если вас заинтересовало предложение, то проходите на сайт в раздел «Сотрудничество». Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всего доброго, хорошего дня!